Приветствую! В этом видео объявлен состав сборной России по фигурному катанию на сезон 21-22, а также мастер-класс Даниила Глихенгауза и Сергея Дудакова в Мексике. Наставники массово выгоняли фигуристов с катка. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Стал известен официальный состав сборной России на новый олимпийский сезон 21-22. Вопрос, который волнует многих. Включение Алины Загитовой и Евгении Медведевой в олимпийскую команду? Нет. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира не включены. В целом, этого следовало ожидать. Ведь состав женской сборной России практически полностью состоит из воспитанниц Хрустального. Официально в состав включены Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачева, Майя Хромых. Елизавета Туктамышева под руководством Алексея Николаевича Мишина получила 6-е вакантное место. Алена Косторная, а также Елизавета Нугуманова, подопечная Евгения Рукавицына, заявлены в числе запасных. Тем временем тренеры Хрустального Даниил Глихенгауз и Сергей Дудаков дают мастер-классы в Мексике. Американский журналист Дэйв Лис, один из ведущих YouTube-канала Skating Lesson, взял интервью у четырехкратной чемпионки Мексики Анны Канту Феликс. По ее словам, Даниил несколько раз выгонял фигуристов с катка за то, что те должным образом не выполняли его указания. Сейчас фактически вы можете наблюдать видеоряд с мастер-классов. Дэйв Лис во время разговора пытался постоянно навязать свое мнение фигуристке. Его вопросы больше были похожи на сплетни. Иначе как объяснить такую постановку слов? Цитата. «Мне сказали, что Глихенгауз был очень раздражен, кричал на всех, а еще постоянно торчал в телефоне. Мне даже фото прислали». А что они говорят детям? Я слышал, что Глихенгауз сказал одному мальчику: «Ты, наверное, куда более энергичен ночью во сне, чем сейчас». В общем, очередная порция грязи, вылитая на школу Хрустального. Но у них слишком много работы, чтобы даже обращать на это внимание.